Друзья, подписчики, всем привет. В общем, сейчас у нас 11:30 ночи. Приехал я вот к тому магазину, в котором я все покупал, я вам его показывал. Значит, я просто сомневался. У меня тут опять, в общем, получилась такая история интересная. На карточке я просто много продуктов покупал в прошлом месяце, потому что снимал для вас вот эти обзоры продуктов, и у меня накопилось 40 центов скидка на бензин. Но здесь такая неприятная штука, что у меня бензина дофига, я не могу много заправить, вот. И я сомневался, ехать, не ехать, в общем, в итоге решил ехать, думаю, ладно, там 5, даже если галлонов залью, то что там, $2 сэкономлю, ну хоть дорога сюда окупится, мне тут ничего не надо, в принципе, в магазине. Хотел вам показать, значит, одну вещь. Значит, вот такая вот посылка. Значит, смотрите, в чем секрет. Заказывал я его обычно с eBay. Была самая, как бы, дешевая цена. Это, ну, неважно, покупка какая-то. То есть, на самом деле, это SSD драйв на 525. Я вам говорил, что купил комп Dell. И решил я туда SSD ставить побольше, потому что у меня в моем старом стоит на, я даже не помню на сколько, на 120, по-моему, SanDisk. Но я подумал, что маловато. Я хочу, кроме системы, все программы тоже ставить на SSD, чтобы они быстро работали. Фирма Crucial, это тоже принадлежит Микрону, так же как и Lexar. То есть у них есть разные бренды, под Lexar они производят карты памяти, под Crucial они производят SSD, но они производят SSD еще и под самой фирмой Micron. Вот, просто они, как у них идут больше на, не столько на розничную торговлю, сколько идут на коммерческие поставки, там, например, для всяких там дата-центров, типа как на YouTube, на Google, на вот эти все дела. И здесь версия MX300, это, в общем-то, одна из самых последних и современных, то есть самая-самая скоростная. Значит, версия здесь получается обычный формат 2,5 дюйма, и, насколько я понимаю, здесь обычная SATA 3, вот, 6 гигабайт в секунду. В общем, прикольная штука, но не будем сейчас ее смотреть, тут нечего смотреть, анбоксинг. В общем, я к чему вам показываю вообще эту посылку. То есть я просто покупал на eBay, цена была дешевле, чем везде. Но когда мне пришла посылка, то есть здесь четко видно, что она куплена с Амазона как гифт. Вот, то есть здесь написано «A gift for you». То есть кто-то ее купил на своем аккаунте, как в виде подарка, указал мне свой адрес и ее прислал. И причем тот чувак, который продавал там эти диски, у него их было дофига там, сколько-то выставлено. А на Амазоне они стоят дороже, я посмотрел. То есть здесь я его покупал, он мне совсем-совсем полностью обошелся $109. Вот, я уже не помню точная цена на Амазоне, но я смотрел, что на Амазоне он и так стоит дороже. Плюс, если я буду покупать на Амазоне, у меня будет браться налог. А на eBay налог не берется у меня, вот. То есть, получается, я бы только бы налога заплатил $11, он бы мне, даже если бы он там стоил, к примеру, 120, он бы мне уже обошелся 130, то есть на 20 дороже, вот. И смысл в том, что это уже не первый раз. Уже очень несколько посылок, ну, не то сказать прям очень много. Ну, вот, к примеру, кейс я вам показывал, водостойки для камер GoPro, которые я покупал на 4 камеры для похода, плавающий кейс. Тоже покупал на eBay, он мне пришел с Амазона. Потом я покупал бокс для каяка. Я вам показывал такой, в котором хранят корм для зверей. И то же самое я покупал на eBay, он мне пришел с Амазона. И все эти товары на eBay были дешевле, чем на Амазоне, а приходит с Амазона. То есть здесь какой-то секрет. Или у людей какие-то есть гифт-карты, по которым они покупают. То есть, наверное, где-то они берут дешевле гифт-карты. И потом эти гифт-карты туда, или они где-то, я не знаю, вместо оплат, вот я видел часто на каких-то сайтах, там просят, типа, гифт-карты. То есть, как мне кажется, гифт-карты Амазона где-то берут или дешевле, или вы где-то зарабатывают их, вот. И потом за эти гифт-карты покупают и просто перепродают, чтобы их обналичивать деньги. То есть, он с eBay себе деньги выводит. А Амазону платят этими гифт-картами. Это как мое предположение. Или может там есть какая-то
партнерская программа, или фиг его знает, или когда ты там много покупаешь, может, какие-то скидки есть. Вот. То есть у Амазона-то там бесплатная доставка на премиум аккаунтах. То есть у кого премиум аккаунты, ты там $70 платишь в год, по-моему, и тебе все доставки бесплатно в течение всего лишь 2 дней. То есть ты можешь каждый день хоть по 100 товаров покупать. То есть вот это у них премиум план, то есть у меня много знакомых на него подписаны, но они только на Амазоне вот и тарятся. То есть получается выгодно, ты любой товар покупаешь, через 2 дня он у тебя. И смысл в том, что у Амазона, вот, у них доставка своя, вот. То есть она у них, ну здесь написано UPS, Next Day, Air Saver какой-то. Я не знаю, что это за доставка, но я знаю, что у Амазона есть и своя доставка. Здесь Amazon Fulfillment Services. В общем, сейчас я вам к чему все это рассказываю. Сейчас хочу показать вам одну штуку. Ну и может еще, если время останется, чуть-чуть посмотрим там магазин. Просили показать, потому что я вам тогда начал его показывать, но так и не допоказал. Вот. В общем, вот смотрите, что я вам хотел показать. Какая появилась штука. Вот поставили совсем недавно. И я так понимаю, что это самое. Вы будете заказывать товары на Амазоне, вам будут привозить их в этот локер. То есть это, наверное, какие-то дорогие вещи на тот случай, чтобы их не украли. То есть видите, здесь такие вот ячейки, как в банке. Сейфы, они так и называются. Amazon Locker. Вон. Hello, my name is Kraken. То есть вот этот называется Kraken. Здесь вот написано, как ей пользоваться. То есть я так понял, что вам... будут присылать в Parcel Locker, и вот здесь будет имя его. Вот, к примеру, Juno, Cracker, еще какой-то. Вот этот зовет Cracker. То есть у вас будет написано Amazon Parcel Locker Kraken, находится там-то, там-то. Вот. А. Ага. Угу. То есть я так понял, через этот локер можно будет получать посылки с Амазона, и через него же можно будет это самое. Обратно делать на Amazon возвраты. То есть, ну, это совсем только вот недавно появилось. Я ее видел вот буквально неделю назад, я ее первый раз увидел. Хотя я сюда часто хожу, то есть ее явно раньше не было. Поэтому подробностей пока вам не могу рассказать, но если кто знает, пишите. Вот, конечно, можно зайти на Amazon, там все это узнать. Ну, в общем, вот такая вот прикольная фигня мне понравилась. В общем, давайте, короче, если получится, посмотрим сегодня... Давайте овощной отдел.